В субботу в городском доме культуры был аншлаг. Народный театральный коллектив «Твит» пригласил видновчан на премьеру нового спектакля «Тетки». Комедия не оставила равнодушным зал. Зрители сопереживали героям пьесы. Вместе с ними попадали в нелепые ситуации и весело над этим смеялись. Подробности далее. Театральный коллектив существует уже более 30 лет. В прошлом году ему было присвоено звание Народного театра. Многие актеры выходят на сцену не первый десяток лет, но волнение перед спектаклем, по их словам, присутствует всегда. Чувство такое неизменное. Всегда как-то оно шевелит внутренности. Ну, каждый раз, конечно, очень сильно волнуешься. Очень сильно. И когда просто читаешь какие-то стихотворения, например, да, трясет даже. Волнение в этот вечер было вполне понятно. Ведь помимо того, что это премьера, так и сам спектакль коллектив подготовил буквально за месяц. Репетиции по 3-4 раза в неделю, да еще и параллельно другому спектаклю – «Палата бизнес-класса», премьеру которого зрители видели в октябре. Все это заставило труппу волноваться больше, чем обычно. А зрители, как всегда, шли на спектакль в предвкушении интересного действа. Здесь работают очень искрометные люди, талантливые, которые своим временем не дорожат, они отдают всю себя людям. Каждый спектакль – это откровение. Иногда можно посмеяться, иногда можно поплакать. В общем, это праздник для всех. Мы не первый раз сюда приходим, мы являемся постоянными его зрителями. Да. Нам очень нравится их творчество, то, что они ставят. Считаю, что это делается очень профессионально, на должном уровне. Не первый я раз сюда прихожу, и, в общем-то, огромное получаю удовольствие. Комедия «Положение» современного сценариста Александра Коровкина «Тетки» в этом спектакле затрагивает так хорошо знакомую всем тему. В старый дом, где проживают две немолодые женщины, приходит так называемый господин со связями и всеми силами пытается уговорить их продать ему этот дом. Простодушие и наивность милых теток сыграли злую шутку с этим дельцом из департамента. Для Олега Федорова этот спектакль стал очередным профессиональным витком его актерской карьере, так как впервые за 14 лет работы в театре ему выпала женская роль. К работе над ней Олег подошел со всей ответственностью. Когда готовились к спектаклю, смотрел на те или иные повадки, на какие-то жесты, на походку, как женщины с руками что-то делают. Все это. И надеюсь, сегодня в спектакле мне удастся что-то вот из женского образа показать. Аншлаг, громкие аплодисменты и смех в зале. Именно так можно понять, что премьера состоялась на отлично. Мы даже не ожидали, что у нас так много будет людей, но пришлось вот и приставные стульчики делать, потому что мы же не могли никого отправить назад. Ну, неожиданно, конечно. Мы даже особо не афишировали. Ну, вот, значит, нас любят свои почитатели. Екатерина Чернышова, Людмила Медведева и Адамия, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».